20 декабря 2014 года. Событие, которое коснулось каждого жителя Лысьвы. Именно в этот день случилось то, чего так долго ждали горожане. В городе открылся первый торгово-развлекательный комплекс «Лимон Молл». Это уникальное событие не только для Лысьвы, но и для всего Пермского края. Впервые в развлекательном центре такого формата применен всесезонный синтетический каток для детей и взрослых. Кроме того, «Лимон Молл» – это 3 этажа комфортных условий для посетителей. Спустя год развлекательный центр отметил первый в своей жизни день рождения. Именно про события такого масштаба говорят: яблоку негде упасть. Все в ожидании. В ожидании первой встречи на льду хоккейных команд. Здесь тоже все торжественно и символично. Первую шайбу на лед бросает глава города. Выбор ворот, сирена, и вот они, торжественные минуты первой игры в истории нашего города. У всех напряжены нервы, кто же откроет счет. И вот шайба влетает в ворота соперника. Счет 1-0 в пользу команды «Лимон Молл». Трибуны ликуют, но опять же на это лучше посмотреть. Опасный момент, шайба пролетела рядом со штангой. И вновь шайба в воротах. Забил также 10-й номер Матвей Матрушин. 11-6 команда «Лимон Молл» одерживает победу. Разгромили соперника, как говорится. Согласитесь, но разве не замечательный подарок на день рождения? Подарок всем лысвинцам, ведь день рождения торгово-развлекательного комплекса – это праздник не только его сотрудников, это событие каждого из нас.